Актрисы театра «Дах», которые называют себя «Дах Дотерс», в числе участников форума «Гогольфест». «Гогольфест» проводится с 2006 года. Его организаторы поначалу задумывали как фестиваль современного искусства, а сегодня жанровых направлений стало гораздо больше. В их числе не только и не столько экспозиции, сколько разнообразные театральные представления. 7 актрис, 15 музыкальных инструментов и 5 языков – с точки зрения классической теории сценических жанров, «Дах Дотерс» работают в кабаре, а сами они добавляют во фрик-кабаре. Кабаре, как и фестиваль, своим рождением обязаны одному и тому же человеку – Владиславу Троицкому. Фрик переводиться як дивний. Одна из участниц фрик-кабаре, Соломія Мельник, рассказывает о студийной атмосфере, в которой создаются спектакли «Дах Дотерс». У каждого есть идеи, каждый их высказывает. Мы владеем техникой игры на бас-гитаре, на клавишных, ударных, аккордеоне, ксилофоне, скрипке. Мы предполагаем, что в ближайшем будущем у нас появится орган, хотя пока мы в этом до конца не уверены. На открытии представили спектакль «Ни бог, ни царь и ни герой». Владислав Троицкий о том, что пытается сказать автор постановки. Прежде всего, он говорит о том, что нельзя поддаваться унынию и ожидать от того, что кто-то за тебя решит твою и свою жизнь. И поэтому название перформанса «Открытие» – «Ни бог, ни царь, ни герой». Понятно, что вокруг инфраструктура, возможно, не самая такая, ну, я имею в виду, промзона. Но, собственно, может быть, в таком немножко трэше и рождается что-то волшебное. «Дах Дотерс» знакомы европейским театралам. Не так давно они были на гастролях в Париже, где выступали в театре «Ле Монфор». Сотрудничество с художественным руководителем театра Стефаном Рикарделем решено было продолжить. И в рамках «Гогольфеста» показывается спектакль «Железнодорожная станция». Сам режиссер говорит, что был удивлен трудолюбием и умением работать труппы «Дах Дотерс». Вся постановка вместе с репетициями заняла чуть менее 2 недель. Они в высшей степени профессиональны, всегда готовы к работе, не отлынивают от репетиций, трудятся, не обращая внимания на часы. Хотя с формальной точки зрения постановка сложна для актерского воплощения. Слишком много навыков требуется. К тому же образы действующих лиц должны быть для зрителей убедительными. В любом случае, я думаю, что наше сотрудничество складывается очень хорошо, и по возможности мы будем его продолжать. «Гогольфест» работает до начала следующей недели.